Очевидец происшествия едва сам не попал под трамвай. По его словам, в момент трагедии горел зеленый сигнал светофора, но трамвай, набравший большую скорость, не смог остановиться. Девушка шла буквально в 2-3 метрах от меня. И трамвай, не останавливаясь, прямым ходом ее сбил примерно на переходе через рельсы. Что, прям приехал, что ли? Ну, прям в лобовую ее сбил. Смертельные ДТП на пешеходном переходе у технологического университета происходят с пугающей регулярностью. Полицейские предположили, что погибшая является студенткой ВГУТУ. Ну, в первую очередь, конечно, искренне соболезнования родным и близким. Как бы то ни было, какое следствие не пройдет. Судя по тормозному пути, видно, что вагон двигался без остановки, со скоростью. Какой бы ни горел там светофор, еще повнимательнее надо было в районе остановки быть. Вот и все. Точную причину трагедии, вероятно, установят записи камер видеонаблюдения торгового комплекса ТУЯ и ВГУТУ. Пока же известно, что пассажиров трамвая не было. Он был неисправен и направлялся в депо. Транспортом управлял 29-летний мужчина, чей стаж водитель трамвая чуть более 2 месяцев. Он находится в шоковом состоянии и не может пояснить все обстоятельства произошедшего. Навсарай Навсараев, Булат Бадмаев. Новости дня.